К другим темам. Специальная акция ко Всемирному дню стоматологического здоровья прошла в Самаре. В областной зубной поликлинике сегодня принимают всех без записи и без очереди. Каждому пациенту бесплатное обследование и консультация врача. Мы пригласили наше население, причем независимо от возраста, от социального статуса, посетить наших врачей-стоматологов с профилактической точки зрения. То есть мы, как обычно, осматриваем пациентам, составляем план дальнейшего наблюдения, лечения. Наша основная задача, чтобы пациент, в общем-то, был санирован и здоров.